Здравствуйте! Я рада приветствовать всех музыкально чувствующих людей нашей планеты. Сегодняшний концерт – обмен высокой поэтической энергией между лучшими исполнителями и лучшими слушателями наших времен. Илья Сельчуков – сегодняшний символ белорусской оперы. Ее сила, ее надежда, ее гордость. О, дитя, под окошком твоим я тебе пропою серенаду. 11 марта – столетие со дня рождения прославленного композитора Астора Пьяццоллы. На мой взгляд, он стал классиком еще при жизни. Что, кроме классики? Валерий Дайнеко, с которым нам выпала честь посотрудничать в очередной раз, это вообще для меня фигура, она очень особенная. Николи уже не вернешься, Олеся, бывай смуглявая, каханая бывай. Ценителям музыки из разных уголков мира дарит сегодня вечер отдохновения и вечер полета.